Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1359. События дня. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. За 5 сентября 2019 года. Вот наше обращение. Придерживайте курсором и прочитайте.
События дня, как всегда. Но первый раз мы тут на лодке отплыли от плота. Ну, 55 карасей поймали. 55 – это полное ведро, 13,5 килограмм. Вот высчитывай, сколько один весит. Пришлось все это разделать. Володя потом на огороде. Пришлось приехать туда с капканами, потому что шалят андатры и бобры. Ну, и поймешь, кто из них где. На 4 тропы поставил капкан, и будем смотреть теперь, что там будет. Хотя бы отпугнуть. Игорь начал, видимо, продавать лен. Батюшка говорит, передали в каком-то тут районе. Я расслышал. Вырос хороший лен, как раз лен, семя льняное. Игорь продавал. Загружали, я это снял все. Как раз это был тот мужик, который в прошлом году опрокинулся с пшеницей. Прицеп у него завалился на втором мостике. Он как раз и приехал. И там особый сорт у них льна, не низкий, а высокий. Им нужен стебель. Там как раз есть то, из чего ткут веревки. И говорит, целые волки большие. И убирать некому, нет комбайнера. Объявили, повысили зарплату 100 тысяч в месяц. И никого нету. Все с высшим образованием, историки, экономисты, юристы. То есть учат менеджеры там на разные названия. Изобразительное искусство, то есть нет ничего. Вроде ходит, сдает экзамены, и тот, кто преподает, получает деньги, а никто не нужен. Бездельники. Всюду и везде. Институты, институты, университеты, а работать некому. С юга приезжают неграмотные. Говорить по-русски не могут, а они выкладывают тут, что могут. Асфальт, плитку и другое. Так и здесь. Никого нет. Председатель говорит, так все может пропасть. Но председатель сам бы и сел за комбайн, да и показал, как он может. Нет. Сергей Радонежский не ждал чуда, а просто брал топор, брал ведра, шел по воду. Есть надо. Настоятель, игумен. Идет к братьям, дайте, поесть просит. Нет, кому что сделать надо? Один говорит, сенки мне надо сделать. Он берет топор, а сенки сделать каждое бревно. Надо приготовить, напилить. Это невероятно. И дали ему сухие, заплесневые сухари. Когда он ел, изо рта был дым. Зеленый, ну, зелень. А эти монахи сидели и смотрели. Заходит в другой раз, спрашивает, кто свободен? Воды принести, дров. Никого нет, никого нет. Все заняты, один я свободен. Когда считаешь людям об этом, ну неужели это так было? Выходит, было. Зачем бы это писали? Самому надо уметь это делать. Желательно. Все, не будешь уметь, и все-таки... Пропадает выращенный урожай. Никого нет. Ну. У нас вот здесь нынче работал Леонтьев Алексей Лаврентьевич. 66 лет уже бульдозерист. И все сделал на трех прудах. Все. И 2 августа закончил. Трактор поставили, я заплатил за вывоз его отсюда, еще 25 тысяч дал. Меня просят, хозяин бульдозера, он уехал,
И вот уже второй месяц идет, трактор так и стоит. Надо сказать, посмеяться, за стоянку взять. Некому работать. Работы есть, а бульдозериста нет. Это тоже большой навык. И вот этот Леонтьев Алексей так все хорошо сделал. Дай Бог ему здоровья. Вот такое у нас здесь время проводим так. Пошел тут нашим матушка с Надеждой Васильевной в огороде копают. Матушка легла там на грядке, говорит, тут и помрет. Сколько она работает, как трактор. Лежит, спит. Я говорю, она вообразила, что в церковь пришла, там она спит все время. Работает. Сергей пообещал, что из роботов дети кто-то приедут на картошку. То есть в субботу, то есть завтра. В пятницу, если приедут утром в субботу, что уж там будет в субботу? Уберем или не уберем? Картошки-то соток 30. Ну, все пока у нас на этом.